Ребята, всем привет! Как у вас дела? Поздравляю вас с первыми осенними деньками. Вот у нас уже вот такая вот погода, вы можете посмотреть, у нас очень-очень пасмурно. И почему так пасмурно, да я вам расскажу, потому что у меня 1 сентября был день рождения. И по традиции, как всегда, на мой день рождения идет сильный дождь. И даже эта традиция меня преследует и в Тунисе. Не только в Алмате я всегда ходила в первый класс на линейку с дождем, но и здесь, в Тунисе, я отмечаю свой день рождения тоже с дождем. В общем, у нас здесь грязь, слякоть, дождь, ну вот просто нереально. Сейчас немножко покажу. Вот смотрите, вот это вот лужа, здесь очень глубокая лужа. В общем, отмечаем мы день рождения вот так вот с дождями, у нас прям нереальные сильные дожди идут. И что хочу сказать, то что мне исполнился 31 год, я уже большая тетя Моти стала. Моей дочке исполнилось 5 лет, у меня день рождения 1 сентября, у нее 4 сентября. В общем, за этот годок мы очень хорошо подросли. И, как всегда, новые планы, новые цели, новые идеи. Хочу немножко показать вам фрагмент моего дня рождения. Вставлю куда-нибудь сейчас здесь. Также хочу показать вам немножко, как мы отметили день рождения Жасмин. Ее день рождения мы отметили в любимом ее месте, это Moving Club, это такое, знаете, кафе для семьи. Там очень красиво, там вот такие вот безумные милые пальмочки есть. И при этом есть очень хорошая игровая площадка, где дети могут играть, прыгать, бегать. У меня очень много всяких видео, фото с этого места, поэтому мы, как всегда, пошли именно туда, в Moving Club. Что самое здесь прикольное, то что когда тебя поздравляют здесь с днем рождения, то это будет на трех языках. Это будет и на арабском, и на французском, и на английском. В общем, это настолько прикольно, то что на трех языках тебе споют песенку «Happy Birthday», «С днем рождения тебя». Ну, в общем, это настолько мило, умиляет. Если вы меня сейчас спросите, чем я занимаюсь, что я шью, какие у меня планы, то я вам отвечу. Всю неделю я шила для себя накидку из фатина, которую я вам говорила, в эскизах я нарисовала. Но, к сожалению, я ее немножечко не дошила, немножечко не доработала. В общем, там еще есть кое-какая работа. Я вообще ее планировала одеть и на 1 сентября планировала одеть, и на 4 сентября планировала одеть. В конечном итоге я ее так и не одела никуда, так как я ее еще не завершила. Вот буквально на днях я ее планирую завершить и сниму видео на эту тему. Если вы спросите меня, что подарил мне мой муж на день рождения, то я вам отвечу, то что подарков было много. Подарки начались еще с 1 августа. Вы прекрасно видели, как мы хорошо, классно отдохнули в отеле Caribbean World in Монастырь. В общем, это было настолько классно, настолько круто, то что я мужу сказала, то что
наш вот этот отдых, это будет в честь нашего подарка. Но подарки на этом не закончились. Конечно, мы подарили посудку, игрушки Жасмине. А бабушка, как всегда, ей подарила куколку Лол. Это наша самая любимая игрушка, она их коллекционирует. И сейчас в Алмате моя мама для нее купила большую игрушку Мишку Панду и планирует приобретать самокат. Зиночка, это что, тебе подарок? Что там? Oh, what is this? Классно? Это что? Лего. Нет, это посудка. Посудка, улитка. Да, тебе нравится? Ты же хотела кушать, готовить, да? О, классно. Ну, открывай, смотри. Кукуруза. Тебе ножницы нужны? Нет. Чай. Ты что будешь кушать, готовить, зайчка? Как ты с пластилином играешь, с Play-Doh, да? I know what you buy. How you know? I like this. What a beard. Don't you know, I like, mama. Красивый сюрприз. Много игрушек, Жасмина. О, как красиво. О, рыба you have. Золотая. Золотая, да, золотая. Золотая, да, мама. Love gas. Мама, крутится. Класс. Настоящая. Как настоящая. Теперь что ты будешь Like real. Yeah, like real. Как настоящий. О, look, кастрюля, look, кастрюля, ванина, машина, иди попкорн. Сосиш. Сосиш. Сосиска. Как красиво, как красиво. Это чай. Чай. Кто чай будет пить, Жасмина? Классно. Ты довольна подарками, Жасминочка? Ты ж хотела, да, такое, чтобы кушать, готовить, да, Зая? Да. Крышечка маленькая. Тебе сколько сегодня лет исполнилось? Да. Love for this. Жасминочка, сколько лет тебе исполнилось? Круассана, круассана. Ам-ням-ням-ням. Риба, как красиво. It's clean, риба. Еду борщ. Да, Маркос Фоксия, Жасмина. В общем, это то, что нам подарили. И сама себе я подарила кускусницу. Я увезу ее в Алмату. Такая классная кастрюля. В общем, буду готовить вкусный кускус. Купила 4 упаковки, езжу с собой в Алмату. Ну и да, самое интересное то, что самый большой и классный подарок, это то, что моя мама с моим мужем приобретают нам билеты, и мы скоро, совсем скоро, уже дай бог, полетим в Алмату. Конечно, я не знаю, какого числа это будет, когда будет, потому что ну, настолько все шатко. А пока я планирую на 21 октября, это примерно через 6,5 недель уже я полечу домой. А, дай бог, конечно, я очень-очень этого жду. Я посчитала то, что я здесь уже нахожусь в Тунисе 2 года и 8 месяцев, прикиньте. Я, получается, 21 февраля 2018 года сюда заехала, и 21 октября 2020 года отсюда выйду. Ну и вот, получается, 2 года 8 месяцев я как нахожусь здесь, в Тунисе. В общем, такая большая дата, не прям такая уж она и маленькая. В общем, Тунис мне дал очень много всего, много очень всего классного, интересного, очень много у меня всяких интересных источников вдохновения появилось. Открыла я себя как личность с другой стороны. В общем, за это я большое спасибо говорю Тунису. В общем, вот так вот как-то.
Если вам интересно посмотреть видео про жизнь в Тунисе, как я здесь живу, как я здесь развиваюсь, у меня есть специальный плейлист на YouTube, где вы можете посмотреть все видео, что я сняла за эти 2 года здесь, в Тунисе. В общем, как-то вот так вот. И, ну, если вы хотите научиться шить, то у меня, конечно же, есть и другие плейлисты для тех, кто любит шить, рисовать, кто хочет быть дизайнером одежды. В общем, надеюсь на то, что вам это видео понравилось. Оно у меня немножко такое спонтанное, какое-то оно у меня такое несобранное. Я так его частями для вас снимала. Надеюсь на то, что вам это видео понравилось. Если это так, то поддержите меня лайком. Скоро-скоро буду снимать для вас из Алматы, чего я очень сильно жду и надеюсь. Надеюсь, что это будет так. Всем я вам желаю хорошего настроения, солнечных, дождливых, вам классных осенних деньков. И всем пока-пока!